Купи-кипу-кип. Сладкий перец, покрашенный в синий цвет, значит, это саката. Так и есть. Любит он закупить несколько тонн краски синий, покрасить свои арбузы, и перец, и баклажан. И баклажан такой, да? Не знаю. На арбузе он сильно покрашен. Ну да. Да, более сильно. Японцы вообще. Ну, нравится ей. Так, садим перец сладкий от корейский, от корейской фирмы Монхоу Био. Японский Best от Сакаты. Также у нас есть Фабина от Клосс, немецкая фирма. Садим 64-й кассеты перец. Торф Агробалт. Это куда? Его пришлось нам смочить. Был сильно сухой. Классно смачивается. Хорошо смачивается. Смачивается очень. Чем? Лейки. Угу. Еще одну бери. Там мы соорудили такой парник в теплице. Такое родильное отделение. Для малышей. Ну так и есть. Тут особый режим, особая температура, особый климат, чтобы они не болели. Золотом покрыты. А в Ставрополе были золотые машины. Видели, да, Пася? Угу. Не золотые, это пленка. Ну, да. Кстати, тут я тоже видела. А в Лондоне бриллиантами еще покрывают. Вот. Ну, таким сваровским. Да, вот, а вот сюда его да, посадить. Все равно перец. Высадка 8 мая. Вот он, Италия тут. Такой формы перчик. Наши первые сборы.